стенах Ленинского мемориала открылась персональная выставка необычного художника. Свои работы для новой экспозиции любезно предоставил советник по культуре посольства Арабской Республики Египет в России господин Усама Эль-Сируи. Представляем вам выставку «Россия в сердце моем». Эта выставка предоставлена нам нашими партнерами, Ульяновским государственным университетом. Выставка представителя художника из Египта, то есть советника египетского посольства в России, Усама Эль-Сируи. Выставка является как бы 25-летним отчетом о пребывании художника в России. Усама Эль-Сируи известен в Египте как художник, скульптор, искусствовед. У него два высших образования. Первое он получил в Каирском университете, второе – в Академии художеств в Петербурге, после чего защитил диссертацию по искусствоведению и стал профессором изящных искусств. Скульптуры художника украшают интерьеры множества крупных учреждений России и мира. К примеру, памятник Чехову в Российском центре культуры в Каире, памятник Чайковскому на территории оперного театра Каира. Не меньшую известность художнику принесли его живописные работы. Картины коллекции работ «Россия в сердце моем», которые представлены в Ленинском мемориале, созданы под впечатлением красоты русской природы и старых городов, мест, где автору довелось учиться и работать. Но есть и любимые уголки родного Египта – бурлящий Нил и безбрежная пустыня. К сожалению, сам автор выставки из-за большой занятости не смог приехать на ее открытие. Как советник по культуре, он нацелен на развитие культурных связей с разными регионами страны. Там буквально 10 лет назад такого рода мероприятий их было очень мало. Сейчас вот с каждым годом их все больше и больше. В том числе вот доктор Усама один из тех людей, кто старается, чтобы таких мероприятий было как можно больше. До конца октября ульяновцы и гости города могут наслаждаться красочными картинами экспозиции «Россия в сердце моем». А для юных художников организаторы выставки подготовили сюрприз. Их работы с видами Египта могут украсить интерьер посольства. Рисунки будут приниматься сотрудниками музея-мемориала имени Ленина в течение месяца. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.